Масштабные перемены ждут школу в селе Дагмаровка. Находится в аварийном состоянии, требуется ремонт, как это уже было видно. И в данный момент питание детей осуществляется на базе детского садика «Аленка». И прием пищи они производят здесь. Вот такие у нас на данный момент условия. Капитально ни разу не перекрывали. Она у нас требует замена сам шифер. То есть он разноволновый, и поэтому вот из-за того, что не удалось стыковать все достаточно, и есть также мелкие трещины.